И по дополнительной резервации, и 5 ресторанов у нас без резервации и без оплаты. Рестораны, которые без оплаты у нас и без резервации, это Азур-24, в котором мы с вами были. Затем вот здесь вот рестораны, которые расположены на Азур-Кольте. Вот зелеными стульчиками это у нас итальянский ресторан. Затем вот цены с фиолетовыми стульчиками мы сейчас будем проходить. Это у нас турецкий ресторан. Завтраки у нас подаются в 3 местах. В Азур-24, в рыбном ресторане и в латинском ресторане, который расположен на пляже. Сейчас мы проходим в сторону пляжа. Там мы увидим с вами два главных бассейна. Вот здесь впереди два бассейна. Один, который поменьше, он у нас с подогревом, заполнен морской водой. Прямо бассейн побольше, он у нас с обычной водой, пресной и без подогрева. Вот здесь мы можем увидеть номера категории Royal Residence Family, вот семейные номера. С этой стороны у нас расположены лагуны виллы, тоже семейные номера. Вот в уголке вот латинский ресторан у нас расположен. Также на территории у нас имеются 3 пляжа. Первый пляж, который вот с шезлонгами посерединке, Азур Бич. Пляж с левой стороны за скалой расположен, Танжерин Бич. Тихий, спокойный пляж. Вот. И третий пляж находится с той стороны, в стороне вилл. Вот так потом с вами можем прогуляться. Там находится у нас третий пляж, где расположены кабаны, павильончики. Отдельные кабиночки, допустим. Также для взрослых у нас за вот этой скалой с правой стороны расположен Black Diamond Bar. Это считается как лаунж-бар. Там проводятся дискотеки, играют диджей. Есть бар, можно выпить, покупать. Пойдем. Я прям везде гуляю. Ага, все хорошо. Какие-то вопросы можно, если интересуют? С этой стороны, с левой стороны, у нас расположен ресторан Steakhouse. Мужской ресторан. Он у нас оплачивается отдельно. Стоит 20 евро. 20.